Гороскоп на 9 ноября 2022 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В среду для Овна день будет удачным и плодотворным. Вы готовы много работать, прикладывать усилия для достижения поставленных целей. Трудности вас не пугают, вы находите способ преодолеть их, даже если союзники отказываются в поддержке. Полезный активный отдых, поездки, занятия спортом. Этот день хорошо подходит для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Вы не только правильно оцениваете ситуацию, но и можете предугадать, как будут развиваться события. Многим овнам острая интуиция помогает избежать ошибок в финансовых делах. Любовный гороскоп на сегодня для овнов. Овнам сегодня предстоит забыть обо всех проблемах и неприятностях и полностью отдаться развлечениям и отдыху. В первой половине дня возможно появление неприятных воспоминаний, но хорошая компания и веселые развлечения быстро поднимут вам настроение. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Сегодня в жизни Овна появится человек, который станет для него не только любимым, но и верным другом. Возможно, небольшие проблемы с продажей недвижимости, а также поломкой автомобиля. Гороскоп советует быть осторожнее на дороге, чтобы не создать аварийную ситуацию. Здоровью Овна ничто не угрожает, но все-таки не стоит переохлаждаться, плескаться в реке и слишком долго загорать на пляже. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день может не задаться с самого утра. Овны могут быть очень вспыльчивыми, но вспышки их гнева будут молниеносными и быстро сменятся полным безразличием. Нельзя быть злопамятным человеком, так как вы навредите этим, сами себе не стоит долго печалиться. Для исправления ситуации попросите прощения даже у своего заклятого врага. От этого вы ничего не потеряете. Личный гороскоп на сегодня. Сложный противоречивый день. Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны проблемы с детьми. Вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая свой родительский авторитет. В среду для тельцов день будет непростым. Старайтесь действовать осторожно, обдумывать каждый шаг. Только так можно избежать ошибок, обойти ловушки, расставленные недоброжелателями, и добиться успеха. Невнимательность может иметь неприятные последствия. Старайтесь обращать внимание на мелочи, ничего не забывать. Могут возникнуть трудности при оформлении документов. Визиты в государственные организации, встречи с чиновниками отнимут больше времени, чем можно было ожидать. Важна разборчивость в деловых контактах. Не доверяйте людям, которые обещают слишком многое. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Хотя у тельцов утро может быть далеко не столь удачным, как обычно, и будет сопровождаться мелкими неприятностями, в целом, день окажется довольно благоприятным. Если у вас есть высокий покровитель, то спешите обратиться к нему за помощью. Вполне возможно, что вскоре такой возможности больше не будет. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Телец. В среду у тельца будет обострена интуиция. Вы сможете предсказать будущее не только свое, но и близких людей. Партнеры по бизнесу могут вас обмануть, поэтому заранее узнайте их планы и действия. Финансовое положение не на высоте, но тельцу хватит денег, чтобы купить все необходимое. Подписывать документы и контракты нежелательно, а вот заняться текущими делами рекомендуется в срочном порядке. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно снижение энергетического потенциала тельцов. У больных с ослабленной сердечно-сосудистой системой могут возникнуть некоторые осложнения. Полезны дыхательные упражнения, а также процедуры, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы. Главное во всем соблюдать меру. Личный гороскоп на сегодня. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Проблемы со временем разрешатся, а вы обретете утраченную жизнерадостность и равновесие. В среду для близнецов благоприятный день для делового общения.
вы можете успешно провести переговоры, найти общий язык с теми, с кем прежде не удавалось поладить. На работе вероятны перемены к лучшему. Это подходящий день для экспериментов и творческих поисков. Оригинальные и необычные идеи часто оказываются удачными. Будет возможность произвести благоприятное впечатление на людей, которые давно вам симпатичны. Вероятны романтические увлечения, не исключена и любовь с первого взгляда. Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Звезды рекомендуют близнецам в этот день сократить все деловые контакты до минимума и уделить максимум внимания лишь близким людям и хорошим друзьям. Не стоит завтракать вместе с семьей, так как в это время возможны приступы раздражения и агрессии, а вот совместный обед или ужин принесет немало приятных эмоций всем домочадцам. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп советует близнецам четко распланировать свой день, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Любые стычки с коллегами могут перерасти в серьезный и затяжной конфликт. Вам потребуется высокая дисциплинированность, чтобы доказать свою состоятельность и укрепить авторитет. Вечером близнецы почувствуют недомогание. Возможно, что вы перегрелись на солнце. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятны мелкие ошибки в финансовых документах. Вполне возможно, что сегодня будет пропадать или запаздывать важная информация. Нежелательно начинать новые дела. Внимательно изучайте документацию, с которой вам придется работать. Личный гороскоп на сегодня. Опасный, напряженный день. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или лживые обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами. Этот день может подарить вам неожиданную встречу. У мужчин-близнецов возможны проблемы со здоровьем. Приятным и увлекательным будет путешествие, начавшееся в этот день. Если возможности отправиться в далекие края у вас нет, возьмитесь за изучение иностранного языка. Ваши успехи приятно удивят и преподавателей, и знакомых. В среду рака ждет благоприятный день с точки зрения работы. Будет возможность достичь важных профессиональных целей. Вы покажете, что способны быть надежным союзником, готовы преодолевать трудности, чтобы добиться нужных результатов. На окружающих это произведет сильное впечатление. Не исключено, что вскоре вам сделают интересные деловые предложения. Дел будет больше, чем обычно. Не исключено, что придется трудиться сверхурочно. Однако вы все же постараетесь уделить внимание близким, провести время с ними, и это пойдет на пользу отношениям. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Ракам следует немного пересмотреть свой режим дня, для того, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно. В ином случае вам грозит переутомление и общее недомогание. Начните заниматься гимнастикой или зарядкой, принимать контрастный душ и совершать прочие процедуры, способствующие общему укреплению здоровья. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. По натуре Рак слишком впечатлительные и ранимые, поэтому сегодня может попасть под влияние не слишком приятных личностей. Возьмите себе за правило – сначала проверять, а потом доверять. Тогда неприятностей и обид с вашей стороны будет намного меньше. В среду Раку предстоит рассчитывать на свои силы, мудрость и опыт, чтобы решить профессиональные проблемы. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня раки будут склонны витать в облаках и строить наполеоновские планы, не прилагая никаких усилий для их реализации. Люди из окружения рака будут ждать от него конкретных действий. В отношениях сейчас важен не романтический настрой, а взаимное дружеское участие и поддержка. Личный гороскоп сегодня. В этот день ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня. Остаток дня проведите вместе с детьми. Вероятность интересных знакомств велика, однако едва ли вам удастся сразу составить верное представление о людях, которые сегодня встретятся на вашем пути. Не торопитесь принимать решения о начале или разрыве отношений. Понаблюдайте за развитием ситуации, и вам станет совершенно ясно, как следует поступить. В среду Льву день принесет немало неожиданностей. Иногда из-за них приходится отказываться от задуманного, и это вас очень огорчает, но чаще сюрпризы оказываются приятными, а возможность изменить планы радует. Возможны денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Некоторые Львы получат даже больше, чем ожидали.
можно делать покупки, в том числе крупные. Особенно хорошо в этот день приобретать технику для работы или учебы. Она будет служить долго. Вечером возможны приятные знакомства и встречи с людьми, по которым в последнее время скучали. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львам, обладающим творческой жилкой и трепетно относящимся к возможности самореализации, следует не пренебрегать появившимся вдохновением, а срочно приниматься писать стихи, музыку или книги. Вполне возможно, что в следующий раз муза посетит вас совсем не скоро. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Лев. У льва будет ощущение, что он попал на карусель, которая кружит его с бешеной скоростью, а остановить ее невозможно. Действительно, события и люди будут меняться в вашей жизни стремительно. Гороскоп рекомендует льву быть бдительным и решительным, если вопрос касается личного бизнеса. Конкуренты внимательно за вами следят и ждут удобного момента, чтобы поставить палки в колеса. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вы склонны заблуждаться и обманываться, а также предаваться иллюзорным мечтам. Вам свойственны мнительность и тревожность. Вас могут преследовать неоправданные страхи. Постарайтесь не преувеличивать свои проблемы. Не поддавайтесь дурному настроению и страхам, не внушайте себе, что у вас ничего не получится. Подумайте о тех, кто находится в более бедственном положении, окажите им помощь. Личный гороскоп на сегодня. День нравственного очищения, духовных исканий и сосредоточения на философских проблемах. Любая работа, требующая активных действий, или свойственная вам решительность лягут на плечи тяжким грузом. Хорошо проявлять милость, великодушие, покровительство. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать жесткие решения. В среду для Дев день подходит для сложной работы, ответственных дел. Вы настроены серьезно? Старайтесь ничего не упустить из виду, поэтому не делайте ошибок. Будет возможность произвести хорошее впечатление на окружающих, привлечь внимание к своим талантам и способностям, которые раньше оказались незамеченными. Самые ловкие девы именно с этого дня начнут путь к карьерным вершинам. Вы быстро учитесь новому, запоминаете все, что узнали, находите применение любой полученной информации. Важно не забывать об отдыхе. Из-за переутомления самочувствие может ухудшиться. Любовный гороскоп на сегодня для дев. Девы сегодня предпочтут посвятить свое свободное время не посиделкам с друзьями, а домашним обязанностям. С утра возможен конфликт с родственниками, их агрессивное отношение к вам. Впрочем, при желании обеих сторон, это недоразумение быстро и мирно уладится. Не торопитесь принимать окончательное решение. Нужно спокойно обдумать полученную информацию. Высок жизненный потенциал. Вам не страшны интеллектуальные и физические нагрузки. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. В среду Дева будет воспринимать все окружающее слишком близко к сердцу. Может быть, вам стоит быть прагматичнее и тверже в решениях? Если вы давно хотели оформить предпринимательство, то этот день наступил. Личная жизнь у Девы омрачена ссорой с любимым человеком. Причиной конфликта послужила ваша необоснованная ревность, а также бытовые проблемы. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня многим девам представится возможность внести свой вклад в общее дело обеспечения конкретных потребностей общества. Это благоприятный период для общественных деятелей, организаторов отдыха, туристических компаний. Научитесь превращать любую обязательную работу в настоящее приключение. Личный гороскоп на сегодня. Вероятно, интересы детей или близких родственников потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми. Проявите мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. В среду для весов в начале дня возможны трудности. Это неблагоприятное время для общения, особенно делового. Едва ли удастся избежать споров с коллегами, партнерами и руководством. Но вскоре ситуация изменится к лучшему. Появится возможность решить какие-то давние проблемы, успешно завершить дела, которым было отдано много сил. Порадуют известия, полученные от женщин. Вторая половина дня. Отличное время для того, чтобы принять гостей, устроить домашний праздник. Возможно, неожиданные приглашения в далекие поездки. Любовный гороскоп на сегодня для весов. В среду весов будут больше всего волновать проблемы,
связанные с семьей и близкими родственниками. Впрочем, с большинством из этих проблем ваши близкие смогут разобраться самостоятельно, лишь изредка спрашивая вашего совета. Звезды рекомендуют не влезать в конфликт старших членов семьи, иначе это может завершиться еще более крупным скандалом. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Весы. Гороскоп предсказывает Весам солнечный во всех смыслах день. Многие дела успешно реализуются, а давние желания исполнятся, как по взмаху волшебной палочки. Возможно, любовь с первого взгляда, а также улаживание конфликта с родственниками. Оформление документов на продажу или покупку квартиры сегодня заниматься не следует. В приеме пищи Весам необходимо соблюдать меру, чтобы не подорвать желудок. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот ясный день удачен для встреч и свиданий. Возникшее недоразумение легко исправить. Возможно, близким людям необходимо ваше внимание и помощь. Не держите старых обид, обменяйтесь подарками с любимым человеком. Ваше сердце оттает, и вы снова будете счастливы. Личный гороскоп на сегодня. День соблазнов и искушений. Может случиться так, что сегодня вас ждет увлекательное мероприятие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все приключения, которые вас ожидают, закончатся благополучно. Люди, недавно обидевшие вас или не оценившие ваших порывов, готовы признать свои ошибки и просить прощения. Проявлять злопамятность не стоит, но и о здравом смысле не нужно забывать. Отнюдь не все, кто приходит с повинной, делают это из лучших побуждений. В среду Скорпиону стоит быть осторожнее, особенно в первой половине дня. В это время легко допустить ошибки, принять желаемое за действительное. Может показаться, что ваши мечты вот-вот сбудутся, но строить иллюзии не стоит. Оценив реальное положение дел, вы поймете, что нужно приложить еще немало усилий. День будет сложным для тех, кто учится, занимается поиском информации или имеет дело с большим количеством разнообразных данных. Не удается сосредоточиться, велик риск что-то забыть или упустить из виду. Старайтесь, по крайней мере, не спешить, в этом случае шансы сделать все правильно будут гораздо выше. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Раннее утро станет для скорпионов периодом беспокойства о том, как отдать долги или выплатить кредит. Впрочем, уже через несколько часов вы обязательно найдете выход из ситуации и придете в свое привычное позитивное расположение духа. Этот день станет довольно удачным в плане приобретения имущества или поиска дополнительных финансовых источников. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Скорпион. Если Скорпион сегодня уйдет в работу с головой, то успеет выполнить ее до обеда. Значит, останется уйма времени для личных дел и отдыха на пляже. В среду вам предстоит навестить друга, который слегка приболел. Общение в интернете придаст вам настроение, а также позволит найти дополнительный заработок. Вечером Скорпиону можно пригласить в кино или театр любимого человека. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот светлый день располагает к анализу, оценке, сравнению. Обдумав суть дела в уединении, вы способны увидеть вещи в другом свете. Берите на вооружение все возможные виды и средства связи, но не спешите высказывать свое мнение по наболевшим вопросам. Личный гороскоп на сегодня. День кармического воздаяния. События прошедшего лета могут серьезно повлиять на ваше настроение и здоровье. Благоприятное решение важных опросов и благополучный исход дела принесут спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Возможно, появятся новые надежды и планы. Сегодня лучше отдыхать или заниматься только привычной для себя домашней работой. В среду у Стрельца день сложится удачно, если вы прислушаетесь к подсказкам интуиции, они своевременны и точны. В первую очередь это касается финансовых вопросов. Даже если вы прежде никогда не занимались коммерческой деятельностью, сегодня будет шанс заключить выгодные сделки. Тем, кто в этот день собирается посетить профессиональные семинары и другие подобные мероприятия, день обещает интересные знакомства. Не исключены служебные романы. Чем бы вы ни занимались в свободное время, нет сомнений в том, что найдутся люди, которые захотят составить вам компанию. И удивляться тут нечему. Ваш энтузиазм заразителен. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Сегодня проблемы со здоровьем отойдут на второй план, предоставив вам полную свободу действий. Не теряйте времени. Все зависит от того, как вы сможете распорядиться своими силами.
Не стоит увлекаться, иначе вы скоро выдохнетесь. После напряженного трудового дня рекомендуется провести некоторое время на свежем воздухе, иначе вы просто не сможете спокойно уснуть. Благоприятное действие окажет расслабляющий массаж. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака «Стрелец». Сегодня Стрельцу нужно чаще прислушиваться к интуиции. Только так вы сможете выработать точную стратегию для дальнейшей борьбы с конкурентами. Финансовое положение вас удручает, но в нехватке денег виноваты вы сами. Гороскоп не рекомендует Стрельцу держаться за старую работу, а найти что-то кардинально новое и перспективное. Романтический ужин при свечах и с шампанским прибавит вам настроение. Гороскоп «Дом» на сегодня. Личные симпатии и антипатии станут камнем преткновения во всех взаимоотношениях и делах. Бурлящие эмоции требуют выхода, и вам нужно выпустить пар. Если вы найдете правильное применение своему таланту и научитесь сдерживать свои эмоции, то сможете найти свою нишу и устремитесь к успеху, которого жаждете. Личный гороскоп на сегодня. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок. Неблагоприятное сочетание планет может привести к серьезным финансовым потерям. Вы не можете пожаловаться на недостаток вдохновения, отличные идеи посещают вашу голову с удивительной частотой. Неожиданно для себя и окружающих вы найдете применение тем своим талантам, о которых раньше никто даже не догадывался. Ваши успехи совершенно обезоружат недоброжелателей. Не возникает проблем в личной жизни. Напротив, день отлично подходит для урегулирования любых разногласий, восстановления романтических или дружеских отношений. Можно признаться в своих чувствах, пригласить на свидание симпатичную вам особу. В среду для Козерога день пройдет очень плодотворно. Как бы ни складывались обстоятельства, вы не сидите без дела и не откладываете запланированное, старайтесь каждую минуту использовать с толком. Не исключено, что благодаря вашей настойчивости удастся решить какие-то важные рабочие и финансовые вопросы, справиться с серьезными проблемами. Будет возможность помочь членам семьи, поддержать близкого человека, оказавшегося в трудном положении. Вы не жалеете сил, готовы пожертвовать собственными интересами ради общего блага, и это приносит достойные плоды. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Козероги сегодня смогут осознать тот факт, что семья для них – это нечто большее, чем просто люди, живущие под одной крышей. Привязанность к домочадцам в этот период принимает все большие масштабы. В первой половине дня воздержитесь от поездок и лучше проведите это время со своей семьей. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Козерог. В среду Козерог реально поверит в чудеса. По крайней мере, в любовь с первого взгляда. Вы давно мечтали о человеке, который будет понимать и принимать вас таким, какой вы есть. Что же можно вас поздравить? На работе все будет обстоять довольно-таки мирно и спокойно. Начальство поручит Козерогу серьезный и выгодный проект, к которому стоит подойти ответственно и срочно. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня Козерогов наверняка будут интересовать финансы партнеров, однако их бестактное поведение возмутит Козерогов до глубины души. Обида забудется, а проблема может остаться. Избегайте участвовать в сомнительных делах и авантюрах, вряд ли вы на этом заработаете, а вот потери очевидны. Личный гороскоп на сегодня. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Сны обычно исполняются. Бездна – пропасть, овраг во сне – неприятность от женщины. В среду для Водолея день будет непростым, особенно для тех, кто запланировал важные встречи. Найти общий язык с окружающими нелегко. Часто вы не можете поладить даже с давними знакомыми, которых привыкли понимать с полуслова. Старайтесь избегать перегрузок. Если в середине дня вы найдете время для отдыха, небольшой прогулки, то почувствуете себя заметно бодрее, настроение улучшится. Не стоит спешить с решением юридических и финансовых вопросов. Проверяйте любую информацию, вы рискуете стать жертвой каких-то стереотипов или распространенных заблуждений. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеям в этот день следует ограничить круг деловых контактов до минимума, так как пришла пора отдохнуть и расслабиться. Погуляйте с детьми, проведите время с друзьями,
и забудьте на время о работе и бизнесе. Если вы сильно устаете, то это повод немного пересмотреть свой режим. Смелое начинание, в успехе которого вы совсем недавно сомневались, оборачивается грандиозной победой. Этот день может сыграть очень важную роль в вашей жизни. Главное не теряться и избегать лишних разговоров. Да, от вас потребуются нестандартные поступки и оригинальные решения, но и то, и другое вам вполне по силам. Не засиживайтесь дома. Тем, кто примет хоть какое-то участие в светской жизни, этот день обещает интересное знакомство. Интуиция остра. Первое впечатление о понравившемся вам человеке будет верным. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп предсказывает Водолею активный и интересный день. Возможны яркие и незабываемые встречи, новости издалека и финансовая прибыль. Главное, не живите прошлыми воспоминаниями, а наслаждайтесь сегодняшним днем. Документы и кошелек Водолею нужно всегда держать при себе. Возможны кражи и махинации. Внимательнее отнеситесь к здоровью и не купайтесь в холодной воде. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня не исключен визит начальства, инспектирующих органов. К сожалению, ваша работа с документами оставляет желать лучшего. В первой половине дня не начинайте новых дел, не принимайте важных решений, не подписывайте деловых соглашений. Приведите в порядок свои документы и бумаги. Личный гороскоп на сегодня. День связан с иллюзиями, самообманом. Отложите крупные покупки. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно новое кратковременное увлечение. Не стоит слепо доверять партнерам. В среду для рыб день сложится неплохо, если вы будете рассчитывать на собственные силы. Ожидая помощи со стороны, вы рискуете упустить свой шанс добиться успеха. Не исключено, что придется принимать какие-то важные решения, касающиеся работы, финансов, вашего профессионального будущего. Тут важно избегать спешки и не следовать слепо советам, которые щедро раздают окружающие. Дел и забот будет больше, чем обычно. Могут неожиданно появиться задачи, требующие немедленного решения. Вы достойно преодолеете все испытания, если не будете жалеть себя и тратить время на жалобы. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбам сегодня придется приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить теплые и доверительные отношения со своими партнерами, родственниками и друзьями. Для этого достаточно будет лишь проявить ответственность, сознательность и сдержанность в высказываниях, так как неосторожное слово способно смертельно обидеть вашего близкого человека. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Если рыбы в этот день будут часто предаваться мечтам, то так ничего и не добьются. Реально смотрите на вещи, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Для подписания документов и контрактов – отличный день. В среду у рыб может неожиданно всплыть одна, не очень приятная любовная история. Главное, чтобы о ней не узнал ваш избранник, а все остальное вы сможете уладить собственными силами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Первый день недели не подходит для решения важных вопросов и начала значимых дел. Не преувеличивайте свои проблемы. Не поддавайтесь дурному настроению и страхам, не внушайте себе, что у вас ничего не получится. Личный гороскоп на сегодня. Вас ожидает спокойный и гармоничный день. Рекомендуется трезво оценить ситуацию и сделать необходимые выводы. Рыбы получат возможность благополучно выйти из череды проблем. Благоприятно налаживание быта, физический труд на дачном участке. Если у вас есть животные, то уделите им большую часть свободного времени. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Хорошего вам дня и до новых встреч!